Евгения, поздравляем вас с победой. Какие эмоции испытывает Евгения Родина после первой победы на теннисистской стоп-20 и первого выхода в четвертый раунд Уимблдона? Я очень рада, что я сегодня закончила в свою пользу матч, потому что было очень тяжело. Я выиграла сет, вела 4-0, потом проиграла сет, и я уже думала, что все закончится плачевно, но потом собралась, и в нужный момент все получилось. Откуда вообще взялись силы? Казалось бы, правда, 4-0, дальше 5-7, и против вас, теннисистка из топ-10, казалось, что сил практически уже нет. Я не знаю, может, какое-то чудо, но вот в нужный момент все получилось. Следующая соперница либо Кристина Младенович, либо Серена Уильямс. Есть ли какие-то предпочтения? И вообще, конечно, о предпочтениях вряд ли можно говорить, но тем не менее, с кем бы хотелось сыграть? Я не знаю, они обе очень хорошие игроки. Никогда не играла ни с Сиреной, с Младенович уже играла. Давно, правда, было. Ну, конечно, с Сиреной хочется, но мы посмотрим, я не знаю сейчас. В принципе.